Лялечки плавно перешли на птичью тему. Дома у нас вон такая кормушка самодельная болтается на окошке с той стороны. И вот такой конвейер, это мы уже второй раз засыпаем, подкармливаем орлом, орлов местных. Вот такие орлы здесь. И они вот так вот без конца летают. Что-то застеснялись. Сидят, думаю. Ой, какие-то птички с той стороны не видно. Есть одна такая какая-то серенькая, она прям туда вовнутрь залетает и сидит там. Но оттуда не видно будет, здесь вот максимально видно. Прям в воздухе зависает. Кто-то вовнутрь забирается и там клюет. Поползень самый нахальный. В основном синички, потом какие-то серые, даже не знаю, что это за птички. Потом поползень разбавляет. Вот они тут снуют. Прям в очередь выстраиваются вот так и клюют. Мы насыпаем семечек. Нежареных, простых. Вот. И они тут пир горой у них. Земля немножко подмерзла. Ну, у нас сейчас где-то минус один, может минус два. Но мы уже их, наверное, с месяц подкармливаем. Раза два в день насыпаем, полностью не кормим, чтобы они совсем-то дармоедами не стали. Ну, подкармливаем. Какой-то более садочек мультифрут. Кормушка. Единственный минус, они как-то с утра начинают требовать, чтобы их кормили уже. Долбят этой коробкой по окну. Хочешь, не хочешь, ты проснешься. Чуть свет, вот только светает, они уже тут. Тут как тут. С двух сторон отверстие, поэтому... Они, видно, камеру видят и как бы на ту сторону. О, какая! Синенькая прямо. Синичка, действительно синичка. Какие-то желтые есть, а это синие. А, поползень с той стороны. Короткохвостый. Все-таки они меня засекли. С той стороны, не хотят позировать. Снега нет, поэтому, конечно, есть что на земле пособирать. Морозов сильных не было. Находишь, что поклевать. Вот она, вот она. А поползень-то какой трусливый оказался. Да, папарацци в кустах. Кабачок, садочек, мультифрут. Ресторан для птиц. Ну-ка, вот тут попробуем, может быть, тут видно будет. Хотела, вот у нас тут они, все, надо отмывать будет. Ой, только я ушла, там поползень прилетел. Вот она, птичка, вот такая. Бесстрашная, маленькая. Вот она туда забирается, прямо иногда целиком и сидит там. Так, где же поползень-то? Я туда за ним, а он сюда. Хватает и улетает. Еще по сторонам надо посмотреть. С другой стороны.
побоялась этой. Кто-то уже привык, не смотрит, это, наверное, новенький. В наш ресторан пришли. Синички бесстрашные. О, почти уже склевали они семечки, смотрю. Усовершенствованную кормушку надо, потому что по утрам они начинают долбить этой кормушкой. Долбят в окно, чуть расцветет, они уже все, они долбятся. Давай, вставай, кормить пора. Что у меня вот какое хозяйство здесь беспокойное. Встаю и кормлю. Облепляю все окно. Подоконник с той стороны они удобрили так хорошо. Придется это все вымывать. Ну вот, кормим. Пока вот только синички, поползни и какая-то еще птичка такая серо-розовая. Не знаю, что за птичка. Вот они летают. В том году снегири были. Сейчас что-то не видно снегирей. Может, они по снегу прилетают, но я не вижу пока. Вот они рассматривают, им еще нравится, что на окошке зелень. Зависает, прям вот зависает в воздухе. А поползень, он прям по несколько семечек в клюв набирает, а потом улетает. Синичка по одной семечке. А поползень, он такой хозяйственный, набивает полный клюв и улетает. А кто-то наклюется и садится, рассматривает меня с той стороны, на жердочку садится. Есленькая птичка с черным таким хохолком. Сейчас попробую перевести. Вон она сидит. А, она уже в кормушку залетела. Не пожелала сниматься. Ну, снуют без конца вперед. Так здорово, аж в воздухе, как голуби есть, переворачиваются эти, тут показывают такие пируэты. Что-то поползень у нас сегодня где-то в другом месте кормится. Я видела, прилетал с утра, сейчас вот уже обед, его не видно, куда он подевался. С двух сторон кормушки есть отверстия, и с двух сторон они подлетают и клюют. Могут одновременно, одна с одной стороны, другая с другой стороны. О, вот эта серенькая птичка. Что за птичка, даже не знаю. Их тут несколько, штучки три таких небольших. Вот она любопытная. Это она уже наклевалась немножко и уже может свое внимание сюда направить, на меня. Они сначала, когда голодные, прям начинают одна за другой. Сейчас уже подъели, видно. Сторон атакует ресторан посетители. Вот это она прыгнула с одной стороны, запрыгнула в одно отверстие, вылетела из другого отверстия. А иногда вот эта маленькая птичка, она просто садится там внутри и клюет сколько ей надо. Даже у птиц свой характер, какие-то наглые, нахальные. Кто-то спокойный, интеллигентный, кого-то отодвигает, кто-то никак не может к кормушке подобраться. Все как у людей. Ну все, у меня заканчивается. Я смотрю, заряд, аккумулятор, буду выключаться. Обед закончен. Все, всем пока-пока.